Все беремся за руки, все. Конечно. Пошли, тихо, не спорь. Нет нарушений, все спокойно. Да, мы вот тихо, спокойно. Цель, к сожалению, грустная. В Москве очень складывается нехорошая ситуация с экологией, как с выбросами в атмосферный воздух. И нам никто не может сказать причину этих выбросов. Поэтому мы считаем, что или нам лгут, или город не управляем. Раз мэр Москвы Сергей Семенович Собянин не знает, откуда такой зловонный запах по всей Москве. Поэтому мы идем с письмом к президенту Российской Федерации с просьбой принять решение о недоверии руководителю высшего исполнительного органа власти города Москвы. Медленнее. У нас уже четвертый год реконструируется Щелковское шоссе, и вдоль этого шоссе вырублено огромное количество деревьев, уничтожены газоны, восстанавливается все это крайне плохо. Также у нас огромные проблемы с управляющей компанией, которая следит за территорией. Она просто завалила район реагентами, и все это потом также оказывается на газонах, которые просто из-за огромного количества соли погибают. Мы хотим, чтобы был наведен порядок в озеленении нашего района, чтобы были восстановлены все деревья, которые вырублены, были положены нормальные газоны, а не это рулонное убожество, которое сейчас раскатывают по всему району, чтобы разумно использовались реагенты, и даже не столько реагенты, сколько просто посыпали солью, не солью, а песком дорожки, чтобы просто было не скользко. Мы просто хотим сохранить те остатки природы, которые у нас еще есть. Так, кто-то еще письма сдает? Да. Идите. Давайте, идите.